Минувшую среду молодые активисты Общероссийского народного фронта отправились в экологический рейд по улицам Ульяновска. Поводом для его проведения стали вопросы, возникающие к реформе обращения с ТКО. Задают их в том числе и на горячую линию ОНФ, куда с жалобами и вопросами обращаются люди со всей страны, в том числе и наши земляки. Прошедший рейд стал первым в Ульяновске. До этого активисты уже выезжали в районы области, где еще сохраняются проблемы с установкой контейнеров. В областном же центре к местным активистам присоединились представители федерального штаба ОНФ и регоператора по вывозу отходов. Решено было объехать дома по трем адресам: улица Орлова, 27, Крыму, 63 и проспект Нарманова, 38. Два в целях диалога и один по жалобе жителей. Мы выстраивали диалог между властью, между потребителями услуг, то есть жителями, и операторами. Операторами вывоза твердых бытовых отходов. По всем трем адресам члены молодежки КНФ собирали проблемные вопросы, связанные с вывозом мусора, в частности, касающиеся неудобного проезда для мусоровозов. А на проспекте Нариманова, 38, потребовалось решать конкретную проблему – разбираться с несанкционированной свалкой возле одной из новостроек. По словам жильцов дома, мусор, который валяется возле контейнера, выбрасывают или представители коммерческих точек, расположенных на нижних этажах дома, или жители частного сектора, который соседствует с новостройкой. Управляющие компании убираются, то есть часто сейчас начали, то есть прибирают все, но как бы людям как... объяснять нужно, наверное, просто вводить это все в привычку. Наверное, это сразу то есть не сделать, потому что 2 месяца вот сейчас управляющая компания наша новая. А я думаю, что это просто систематически нужно как бы объяснять, говорить. Ну, как бы, в принципе, все это мы и делаем. Представители регоператора, которые находились здесь же, сообщили о свалке своим диспетчерам, и вскоре помойка была ликвидирована. Рейды будут проходить регулярно. Сообщить же о проблемах с вывозом мусора или задать вопрос можно по телефону горячей линии ОНФ. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Ульяновская правда.